Всем привет! Люди спрашивали по поводу вот этой вот кнопочки, для чего она предназначена. Вот это раз. Ну и раз уже за климат-контроль заговорим, думаю, покажу, каким образом делается самодиагностика климат-контроля. Вот, какие ошибки есть, может, у кого-то высветит. Расскажу, как сбрасывать, ну, примера показать не получится, у меня ошибок нету просто в климате. Значит, для того, чтобы сделать самодиагностику климат-контроля, нажимаете кнопочку авто и кнопочку, которая закрывает заслонку рециркуляции воздуха. Ну и, соответственно, запускаете двигатель. Ну, то есть держите их. Сейчас попробую достать одновременно. Нажимаем тормоз и запускаем. Климат-контроль переходит в режим самодиагностики. Вот он полностью диагностируется сейчас. Вот он, когда прошел диагностику, показывает вот здесь вот ошибки. То есть вот этими цифрами, вот 0,0, это обозначает, что ошибок нету там, и понеслось 0,1, 0,2, 0,3. Вот. Я найду список ошибок. Можете, в принципе, ознакомиться, если у вас какая-то ошибка высвечивает, что она означает по климат-контролю. А на Toyota Camry там еще чуть лучше сделано, там можно диагностировать, ну, еще самому, то есть как обдувы дуют, скорость вентилятора. На Приусах почему-то это не хочет работать, то есть там еще нажимаешь вот эту кнопочку, так раз, во время диагностики, и он понесся заслонки, менять положение заслонок, менять вентилятор. Вот, на Приусе почему-то это не работает. Вот. Если есть ошибки, вы там что-то, датчик какой-нибудь поменяли, и вам надо сбросить, то в период диагностики, когда вот она диагностируется, вы зажимаете кнопки Front и Rear, то есть обогрев заднего стекла и обдув переднего стекла, нажимаете и удерживаете. Это сброс ошибок, ну, вот, из памяти, то есть они будут сброшены. Выход из диагностики осуществляется элементарно, либо заглушить двигатель, ну, то есть выключить зажигание, либо вы off нажимаете, все, диагностика выключилась. Вот, это то, что касается диагностики. То, что касается у нас, мы сейчас включаем режим авто, вот, у нас включается все, работает то, что касается вот этой вот кнопочки, для чего она предназначена. Многие говорят, что это перечеркнутый обдув в лицо, сейчас попробую резкость навести. Но это не перечеркнутый, на нем нарисован вот это поперек, это фильтр. То есть, когда вы нажимаете на эту кнопочку, вот сейчас у нас работает, обращаю внимание, кондиционер выключен, обдув стоит с улицы, специально все примерно так выставил, чтобы больше изменений было заметно. Значит, вы когда на нее нажимаете, что происходит? Включается кондиционер, включается режим закрытой заслонки. Он берет воздух из салона, но пропускает его не просто мимо, просто с салона и обратно загоняет, а пропускает его через фильтр, одновременно подсушивая воздух кондиционером. То есть очищает воздух в салоне. Режим этот работает 3 минуты. То есть вот сейчас мы его включили, там 12:20, да, время. Я сейчас все 3 минуты снимать не буду. Примерно там 12:22. Включу запись обратно. Ну вот, сейчас уже 12:22. Обычно он работает 3 минуты, этот фильтр, и пропускает, просто фильтрует воздух. Запахи, конечно, но если у вас супер угольный фильтр стоит, может быть, и запахи профильтрует. Вот. В основном он предназначен, что если вы проехали с открытыми окнами, в салон попала пыль, ну и надо как-то профильтровать этот воздух, чтобы прогнать его через фильтр. То есть не просто гонять воздух в салоне по кругу, а пропустить его через фильтр. Вот. Вот вы нажимаете на эту кнопочку, она есть на многих Тойотах, помимо Приуса. Ну, вот у них вот такая система.
Сейчас, по идее, еще секунд 30, там 20 проработает и сам самостоятельно отключится, перейдет в предыдущий режим работы. Вот он переключился, перешел в предыдущий режим работы. Единственное, что обращаю внимание, кондиционер до этого у меня был выключен. Он остался почему-то включенный. Открылась заслонка, начался забор воздуха с улицы. И в автоматический режим переключился он. Как-то так.